Привет всем. Сегодня я хочу пройти финального босса первого акта в ремастере Diablo 2. Может, у кого нет времени в него поиграть, поэтому я поиграю за вас. И, в принципе, это один из первых моих таких видео, поэтому не судите строго. Я, кстати, не супер мастер игры в Diablo. Играл в нее в юности, еще в оригинал. Ремастер мне очень понравился за счет того, что игра не испорчена и только улучшена. Сетевые аспекты брать не хочу, потому что я ее включил непосредственно уже через 3 дня после релиза. Поэтому, в принципе, никаких багов я не наблюдаю. Касательно персонажа, который у меня, это паладин. Он уже 15 уровень. Вот. Как так вышло, что я к этому уровню уже, ну, оказался здесь. Вернее, с высоким уровнем. Поиграл немного в сетевые игры. Короче, я его прокачиваю специально через физическую ветку, потому что мне не хочется, чтобы он кастовал, а именно конкретно был именно воином в классическом понимании слова, без вот этих имба-заклинаний. Я улучшаю его удар по площади. Короче, что могу сказать по поводу игры? Игра шикарна, просто нет слов. Я сегодня к ней возвращаюсь и возвращаюсь, и решил, чтобы это было не напрасно, запилить такое видео, получить монетизацию на канал, надеюсь, она у меня получится. Для чего это? Сейчас на ютубе новые загоны. Каналы вообще не заходят, не рекомендованные никуда без монетизации. Времени у меня развивать месяцами канал нет, поэтому я решил обойтись, так сказать, малой кровью. Ману даже не качаю. Для чего я это делаю? Ну, посмотрим. Может, я и буду здесь вести свои такие стримы. Может, мне это понравится. Может, я обрету какую-то аудиторию. Так, проверю, записывает или нет. Я с этим OBS на вы. Ну, вроде пишет. И голос вроде сильнее игры. Микрофон у меня в наушниках, поэтому могут быть проблемы небольшие. Одна фигня падает. Поставил себе несколько шмоток на то, чтобы выпадало больше. У меня плюс 10% к редким вещам. Ну, порой желтое что-то и выпадет. Так, играю специально с приближением, чтобы было видно более графику. А, кстати, почему, да, сейчас не модные вообще летсплеи, и в основном сейчас трансляции только заходят. Так как YouTube решил убрать такую вещь, как счетчик часов с трансляцией, то придется залить такое видео. А вообще, как бы, хотелось бы, конечно же, в онлайн режиме провести трансу. Тянет меня копьем. Нравится, как персонажами машет.
Так. По дурости прокачал эту шапку на Мономаха. Мне больше нравится вот такой момент. Сейчас покажу. Вот этот более такой. А, водичка. Более шлем рыцарский. Но и так нормально. Хотя в оригинале он такой более классно. Ну, мне кажется, я не знаю, я его дорисовывал более красивым. А так, как будто шапка царя Владимира какого-нибудь. Так. Единственное, от такого зума немного глаза лезут на лоб. Очень классная шняга. Шипы на оружие. Я думаю, поставить несколько таких камней. Чтобы хотя бы там плюс 8 урона. О, как он раскидывает. Так вот, интересно смотреть, как мелкие персонажи такие убиваются об меня. Вообще, очень интересно играть в Диабло, когда уже у этой игры довольно-таки прокачанный лор, довольно-таки очень сильная. Совсем другие эмоции. С одной стороны, прикольно. Очень радует внимание к деталям вот таким. Хорошо, что в ремастерах есть вот такая функция сравнить, как что было. Мне кажется, щит был поуже. Так. Ух ты, интересные гремлины такие. Так вот, по поводу сюжета. С одной стороны, классно, что много всего добавилось, и теперь как бы вселенная дополнена, полная. Она не пустая, но с другой стороны, когда толком все было в неизвестности какой-то. Мозг рисовал сам какую-то историю. И ух ты, прикольные черти. То есть двоякое ощущение. Это знаете как? Я играл в StarCraft раньше. И мне нравилось такой момент, как то, что сюжет, каким я его видел индивидуально для себя. То есть это не был такой сюжет, который был общий для вообще всего. Когда я, ну, вышел уже второй, да, Старк, там лор более такой продвинутый стал, то как бы, блин, многое вообще шло вразрез с моим представлением о войне и о событиях первого StarCraft. Да и вообще, как бы, я первый StarCraft считаю более серьезным, более насыщенным, так сказать, более похожим на войну, нежели какие-то сопли второй части. Я считаю, что в угоду просто популяризации какой-то, я не знаю, как это назвать, но мне больше нравилась атмосфера войны первой части. Так вот, чем мне нравится ремастер этой игры,
то, что здесь сохранен этот дух. Блядь, да что там происходит, а? Так, надо зайти. Потом болтать. На, блядь. Так вот, очень интересный момент. То, что идея тотальной войны, которая была в первой от выпал, была в первой части StarCraft, она мне была более по душе, нежели сюжет второй части StarCraft. В Diablo та же хрень. То есть сначала было первородное зло, да, там и так далее. 12, 17, 8, 15. Блин, а попробовать. Попробовать просто для прикола помахать им чуть-чуть. Очень интересно. Так вот, тоже близы это любят. В Диабло много стало таких моментов, там про любовь и прочее. Там демоны, демонесса, там трали-вали. А в второй части, по-моему, намека на вот такие моменты любовные вообще не было. И я понимаю, на что это вообще влияет, как бы, почему это так, почему такое используется. Это для того, чтобы сперматокозников, девственников заманивать в игры путем того, что им показывается любовная история, потому что если будет просто война, то это будет рассчитано на людей, которые любят мрачный мир, хотя за что многие навилы, суку. Почему многие как бы хейтят третью часть, тут даже не дело в графике, мне кажется, а в том, что, ну, опять же, все стало вот таким более лямурным. Так, кстати, когда я играл во второй Диабло первый раз, я даже не думал, что Диабло это персонаж с первой части, потому что я даже как бы и в первую часть особо не играл. На. Вот, было очень интересно для себя открытие такое сделать, что вот такой моментик есть. И мне стало грустно, потому что я не прошел первую часть. И это довольно-таки эмоционально. Очень круто чувствовать, что ты играл персонажем, пытался завалить демона, и потом этот демон, он берет верх, и все твои труды напрасны. Ну, короче, кайфовая тема. Так, чё тут у нас? Ох, блядь, навилы, навилы. Так, вот так. Попчанского. В дырку. Многим не нравится то, что персонажи стали более такие приземленные, без огромных сисек у нас Амазонка. Как пример. Но по-другому уже никак. Эра свободных фильмов, к сожалению, прошла. Мы живем в тотальной цензуре. И хейтит за это разработчиков, как бы, ну, смысл. Блин, если честно, я даже не знаю, что быстрее убивает мой билд щитом и шипами, либо в ой-ой-ой. Нихера себе.
Но, не, мне нравится его то, вот эта тема с его скиллом. То, что он далеко достает. Так, давай на вилы. На три зуб. Так. Вот топор как-то ни туда, ни сюда. Он мне нравится, но он реально... Да, понятно. Давайте, наверное, скинем что-то. Короче, если я вдруг серьезно захочу чем-то таким заниматься для себя, то надо будет купить качественный микрофон. А, так. Ну, вилы мне нравятся за счет радиуса. Так. Загружаем немного еще. Что мы тут можем сгрузить? Полезные вот эти темы. И что не жалко, оставляем. Наверное, еще сделаем так. Так вот, конечно, плохо то, что сейчас уже нет таких игр, как раньше. Сейчас тотальная цензура. Но в то же время... О, третий уровень. Так, короче, стоит выбор. Побегать или сразу спуститься. Ну, давайте побегаю. Не, виллы однозначно крутая тема. Просто экономят нервы. В Диабло очень хорошо реализована физика холодного оружия. Это очень круто. Ух ты, блин, ты смотри. Дятел какой. Ну, понятно, говно. Так. Вот, вот эта тема с холодным оружием, она очень крутая. То есть... Анимация, звуки, вообще такое ощущение, как будто мы... Так, а что у нас тут? Кто тут у нас балуется? Пройдем, да? Ну давайте пройдем. Кстати, такая тема, я тоже о ней не знал. Я не знаю, раньше я ли обращал внимание, но... Уровни здесь строятся рандомно. Есть базовые моменты, которые должны присутствовать в уровне. Ну вот, сколько я раз заходил в храм, в монастырь этот, расположение комнат менялось. Это еще с первой части. Это я посмотрел в обзоре на эту игру. Очень классная идея, она для реиграбельности. Вроде так правильно это слово. Очень классная. Хочется, конечно, дополнительного какого-то контента. В ожидании четвертой части было бы классно, если бы добавили пару актов. Ух ты. Тут прям целое похоронное бюро. Не. Виллы это топ.
На вилы сычат. Так. Ну, в принципе, я так понимаю. Ну, давайте в последнюю комнатушку здесь зайдем. Вообще, конечно, непривычно бубнеть, но ух ты, какие пауки. А ну, что у нас тут? Эх, да, они шикарные, просто. Давайте посмотрим на них. Водичка. Так, ну просто графика, она шикарна. У меня нет слов. Так монстры отрисованы с любовью. Так вот, если сделают пару хотя бы эпизодов новых, как было бы это супер. Какие-то дополнительные истории разных персонажей. Альтернативный взгляд, возможно, даже там, может, за демона какого поиграть. Вот, учитывая, что они начали такую тему, что силы зла имеют свои убеждения, характеры, то было бы прикольно и глянуть как бы и другую точку зрения, да, со стороны зла. А может, там и мятеж какой. Вот, ну. Длинный лук. Вот то, что, возможно, нам пригодится. Хотя спутницу скоро будем выбрасывать. Но. Ну, хочется проанализировать, что это. Ага. Сейчас, блин. Так, а у нас же тут крендель. Где этот старый хрыщ? Ага. 4-10. 3-10. Нет, у нас писечка, с которой мы будем сражаться. У нее мало огненного резиста на огонь. Я, в принципе, не бью заклятиями. И персонаж у меня не имеет прокачанные в огонь руны. Камня, да, назовем. Это не руны, камня. Поэтому можно было бы камушки в скипетр поставлять, но незачем. На вилы демонессу посажу. Не обращайте внимания на мою интонацию. Я просто на первом курсе университета занимался дизайном одежды. Ну и когда общаешься с творческими людьми, то чуть-чуть дикция меняется и как-то чересчур дохера нежности в голосе становится. Ох, конечно, работяги меня не поймут, но творческие люди, возможно. Хотя. В реале у меня нет проблем с общением с людьми. Так. Так, что у нас здесь? Ага. Ну вот, зажгли мы, скажем.
Пламя преисподнее. Так, пойдем. Надеюсь, что-то путное с нее вылезет. Какое же классное музыкальное сопровождение. Эти шумы. Я не помню, они были ли в реале? О, в реале, блин. В старой версии. Но в этой действительно как будто ты в каком-то страшном месте. И даже как... Блин, как он пошел. Вот звук. Бля, я, наверное, где-то выставил, что он у меня теперь только бегает. Сейчас настройки играла. Или это не здесь управление? А, ну автоматический сбор. Так, индикатор промахов. О, сменить оружие. В, я даже этого не знал. Бег, ходьба. А, все. Лё, как он идет. Вот сюда, на вилы. Во. Он прям идет, и действительно бы человек так и шел с вилами. Мне это нравится. Итак, третий уровень. Катакомб. Так, кто на вилы? Чья жопа просит искупления? Я в него, кстати, играл, проходил на варваре. И то, по-моему, до Диабло я тогда и не добрался. Так, что тут у нас? Блять, я надеюсь, мой голос. Я надеюсь, мой голос нормально слышен. Потому что с этим беда. Я сам как бы не любитель орать. Сейчас я в гостях у родителей. Не могу так разгуляться. Наголовник. На, блядь. Кстати, зомби здесь одни из самых топовых. Изгнанной, блядь. Черепушка отлетела. Ну так, сейчас, секунду. А, 30 минут почти. Мне нужно около 2 часов. Так. Что тут у нас? На, хераси. Во-во-во. Вурдалак. Очень кстати, о. Я рад, конечно, что ты мне желтые предметы даешь, но мог бы их, так сказать, в тему давать, на паладина что-нибудь. Мне трезуб это... Трезуб это лучше для него. По заявкам телезрителей, блин.
Выпал скипетр. Бердыш. Кстати, очень интересный факт. Классификацию оружия я изучал именно по этой игре. По-моему, я первое слово, как скимитар и так далее, услышал именно в этой игре. Это здорово, по сути. Так. Ну, блять. Вы жадно, не хочется прям это все пить, но надо. Так, что у нас здесь? Давайте бегом будем. Монстры выше всяких похвал, конечно бы. Опять же, это не придирка, а то, чтобы, ну, я понимаю, раньше в основном отличия были, ну, как бы по цвету. Так, по-моему, я назад бегу, блядь. Или не? Ну да. Так, нет. А, так вот, ну, можно было бы чуть разные шкурки. Вот, чтобы зомби были чуть разные. Вот принцип, как Warhammer, Total War. Там реализовано много тушек. О, еще я хотел поюзать косу. Чисто 8.20. Отбрасывает врагов. Давайте попробуем. Жнец чисто. О. Есть разница, есть кайф. Художники молодцы. Вот, блядь. Ля-ля-ля. Притворщик. Блядь. Кстати, личи реализованы очень классно. Понимаю. Да иди сюда. Так, давайте, наверное, телепортируемся. Все-таки коса это такое себе. Ну, может быть, если бы она была золотая, то совсем все было бы по-другому, но... Давай. И ремонт. Кстати, уровень сложности я тут не выбирал, я вообще его не нашел, как бы как будто по умолчанию один был. Кстати, очень интересный момент, как карта склеилась, что недалеко было именно переход на другой уровень. По-моему, в оригинале, может из-за того, что я уровня выше, как бы, но у меня постоянно ломались шмотки. О.
уже вот эти моментики. На вилле. Да, блядь, спрятался. А, какие звуки детства прям. Так. А что у нас в оригинале было? Ягодицы. Я так понимаю. Женщина. Блин, ну вот мы даже это наблюдаем, да. Вот эти все нюансы. И в оригинале просто. Ну вот что-то тут похоже, но и та фигня. Тут явно намеки на части тела, да, определенные. Так, давай. Очень классная тема для этого скилла, который я юзаю, то, что то, что ману он восстанавливает. Ну да. Ну а так супер. Нет слов. Вот просто я смотрю и... Блин. Не хватает какой-то, знаете, вот как рисунки Конана. Вот эти книги, которые для фэнтези были. Этой игре не хватает именно вот этой... О, а не, блин, ля, у нее сиськи есть. Блин, сисяо. Кстати, замочки на соски, как я люблю. Ого. Так, кстати, очень интересный момент. У нас вырисовывается. Ага, у нас вырисовывается очень интересный момент. У нас сдохла собака. Так вот. Очень интересный такой моментик, то, что цензуры нет на демоне. Ага. Попробуем так бить. Я знаю, что мне надо сделать. Не, наверное, так. Давай, иди сюда. Да, давай. Что это такое с ней? Погоди, что это было сейчас? Я ж вроде не бил. Что за глюк? Я просто позамахивался. Я даже не... Я буду пересматривать. Так, Shift 2, да? Да не за что. А ну. Shift 2. А чё не восстанавливается? Конечно. Не-не. Тимонесса супер. Охотничий лук. Вот мне интересно, могло что-то другое выпасть непосредственно на моего персонажа. Похищает, ой, бля, по ушам ударил. Похищает здоровье. Так вот, какой-то глюк. Я спокойно ее убил. Ай-яй. Не. Давайте трон глянем.
Да, супер. Работа просто колоссальная, графика неимоверная. Я набрал этих очень отколотых черепов. Теперь можно будет создать в щите вот эту тему с обратным уроном побольше. Кстати, очень интересный момент. Сейчас попробуем. Я знаю, что так делать типа нельзя. Но я попробую. Ну, вурдалачи лед. Не. Лук, конечно, можно оставить. Здесь. Копье 12-17. Копье больше. Так сделаем. Все, три. Сейчас сделаем следующий момент. Интересно, появится ли она еще раз, я не помню. Но такая шмотка, которая с нее выпала, мне не совсем нравится. Катакомбы второй уровень. Так, пока мы здесь, давайте еще пробежимся. Это... Ух ты. Это не стрим, поэтому если кто-то будет смотреть, то пролистывайте. Это эксперимент для себя. Может, что интересное выпадет. Так, ну давай. Как-то пауков стало больше. А, это может быть такая тема, что типа... Если это так, конечно, реализовано, типа нежить мертва больше и бесхозное хозяйство занимают насекомые. Так, что здесь у нас на первый уровень? Нам на первый не нужно. Два к силе.
Блин, пауки просто шикарные. Чуть-чуть я запарился разговаривать. Такую игру, конечно, классно проходить с другом. Либо с подругой. С девушкой. Кому что. Да, звуковое сопровождение просто лучше всех похвал. Что у нас там по кольцу? Ну, у нас резистный яд и так высокий. Кто-то у нас хрюкает. Интересен, кстати, такой момент, если бы действительно в средневековье взять вот сколько мобов здесь находится и такой монастырь. Без осадных орудий смогло бы ли средневековое какое-нибудь королевство вообще одолеть этих всех демонов? Там, чтобы солдаты сюда заходили. Так, что тут у нас? А. Лежать. Ну, скипетр хорошо красит нежить. Да я тебя понимаю, тут у нас, так сказать, все впритык. Опять водички хочется. Пейте много воды, чтобы выглядеть моложе. Так. О, вот это супер. Это надо, это мне не надо.
Того у нас там, по-моему, 20% к нахождению предметов. Кстати, замечаем, да, что эти три статуи были тогда с личами, а сейчас у нас сугубо так, что у нас тут? Возмездие. А если, да, раз мы такие офигевшие, может мы заменим? Интересно, хватит ли нам маны на все? Ману-то я не качаю. Вижу. Ну да. Ну, такое себе. Зачем я это выпил? Не знаю. Так. Что-то странное. Я. По-моему, эта способность требовала ману. Но я ее прокачал, и она ее почти не жрет. А, стоимость 4, да? А, стоимости нет. Все, я понял. Странно, а че она тогда жрала ману раньше? Возможно, когда прокачиваешь больше, оно не жрет. Я понял. Так. Интересно, тогда на голый желудок она будет работать? На и молния. Ну да, работает супер. Чё могу сказать? Это шикарно. Блин, как я выбрал-то не тот путь? На, блин. Разбушевалась нежить. Наголовник, блядь. Кстати, странно. Я думал, это личи, а это духи.
Так, блядь, это вот прикол. Куда я не пойду, все не туда. Так, я думаю, нам надо выпить. Давай, давай. А для кого это было? Для друида? Ух ты. Ну да. Зелье оттаивания, кстати, классная тема. Ой, блядь. Наша дура. Легче портал вызвать, отвечаю. Легче будет вызвать портал. Так, я не понял. Что происходит? Я опять не туда пошел. Вот, блин. Так, ну что же? Ага, вот, все. Четвертый уровень. А вот и она. Не-не-не, ты бы отошла бы. Аня. Старая версия. На вилы, блин. Да, я согласен. Так, ну что, попробуем. Вот здесь уже чуть. На, вот здесь уже было действительно вот. Короткое копье, щит. Но на второй раз мне такого загула не хватит нервов. Но то, что выпало, я этому рад. Тридцать два.
Да, не хватает. Короткое копье занимает у нас херню. Урон от метательного оружия, урон от одноручного оружия. 25 штук. 2,19. Вот этот двушка вообще не нравится. Урон от огня есть. Ух ты, а если мы так походим? Очень забавно. Напомнила игру про... Есть одна, забыл уж, как она называется. Титан Квест, во. Также бегал. Так, ну, в принципе. Ай-яй, что ж я делаю? Принципе, все. А, все, ни хрена себе. Ты бы побежал бы. А тогда выпала одна желтая. Так. На всякий случай. Повыкидываю такую хрень. Не знаю, правильно ли я делаю, но мне хочется посмотреть. Так, та добрая. Два гнезда есть. О, очень классная тема для маны. Что у нас здесь? Давайте так сделаем. Классная тема. Но я хочу в конце сделать на щиты 4 урона плюс 12. В следующей главе должны быть воины, поэтому я готовлюсь передать.
1.2.19, 6.11, блин, что же лучше? Так, ну что я скажу? Жалко его выкидывать. Хочу воина потом дать. Добрый. Ладно, все. Заканчиваем. Убивать этого монстра, конечно, одно удовольствие. Она фетиша такая, девочка. Пусть пока будут. Наверное, все-таки продам. Туда-сюда 1-2, на что-то такое.
конечно. Неплохо. Отправиться на восток, конечно же. Очень классные ролики, жаль, я их видел на ютубе. Вот это кайф. Был в Эмиратах, один в один все. Пустыня — это такой кайф на закате и ночью. Здорово.
Шикарно. Просто шикарно чувствуется этот момент ужаса, который творится здесь. Действительно, город в заточении, все вот так передано. Класс. Так. Плохо. Так, погоди, что за херня? Там типа телепортнулся. А, все. Оказался уже у себя в особняке, ну, быстро. Прикольно. Неплохо у тебя в гареме поселились. Я, если честно, уже не особо помню. Здесь все, но... Кстати, еще хрен знает, когда реализована смена дня и ночи. Так. Ворота мы не закрываем. Я понял. А вот и типы. Ну что, я хотел попробовать.
воина. Конечно. Так, давай, наверное. Хотя не знаю, сейчас это так работает или нет, но... В общем, план такой, нанять именно воина. Хочется посмотреть, как я буду. Мне в соло как-то меситься скучно. Дебби. Вон, 16-е. Наверное, вот этого типа. Да, типа с молитвой, я думаю. А как его нанять? Ага, сейчас такой моментик. Да, пусть молится, себе восстанавливает. Нанять. Ну да. Минус пиздюха. Так, сейчас посмотрим. Где мои пожитки? Очень интересно будет побродить с ним. Так, давай сначала так сделаем. Красава. А, 18-е. Защита 42 ко всему. Неплохо. Неплохо. А чё, с двух лап он будет бить, интересно, или нет? Же все этих моментов. Блять, копейщик. Ладно, как раз по нежити. Ты серьезно? Блять.
Тут по уровню не подходит. Так. Ладно. Если что, разберем его потом. Ну да, урон сразу у него. Ладно, побегаем пока с этим. Не. Так, сделаем. Да, мы уже видели. О, цепи. Ладно, пока не будем покупать. Хорошо. Что, в канал? Но разве он мне подходит? Это, по-моему, только для некроманта должен быть. Ну да ладно, роли это не играет. Так.
Так, а где же здесь? Ага, вон. Да, я тебя понял. Класс. Ну и в старой версии. И в старой версии было неплохо. Даже как-то свой шарм более. Блять, эти ящички посимпатичнее в старой версии выглядят. И эти как-то заклепки более. Я вот не знаю, как она так рисуется, но вот эта ржавчина, вот это все, оно действительно отрисовано так с любовью. И в это хочется верить, что это действительно, ну, реально. А тут как бы. Блин. Двоякое чувство. За это я люблю старые игры. За эти отрисованные арты, которые выглядят реалистичнее, чем новомодная графика. Так, надеюсь, не зря этого дебила взял. Конечно, классно было с лучницей то, что она сразу бьет, но мне захотелось такую мели-пати. Очень классно сделанные зомби. Ну, те тоже были сделаны довольно-таки с любовью, клёво. Вот даже если вот глянуть, решетка, да? Ну вот, блядь, как-то. Я не знаю. Некоторые аспекты старых артов очень радуют. Плохо, что наемница свалила. Было бы веселее троем ходить. Так, ну посмотрим, что ты можешь. Ну, валит.
Кстати, такой момент, зомби, вот эти напоминают мне зомбяков с героев вторых. В смысле не можешь? Я тебе ману даю. Так, мы там... Странно, а где монстр? Я сейчас играю и думаю, какая все-таки это тяжелая работа стримить игры, например, как тот же дед, который стримит, блядь. Ну, как-то они мне что-то поприкольнее нравятся такие, чем такие. Ну, то есть как-то тяжело проболтать 8 часов. Поджарил чуть-чуть. Да не за что. Не откинься. Ля, вы офигели. Так, давайте уже босса мне. Так, ну у нас на отраву резист вообще, нам пофиг, отравлены мы или нет. Стоки, второй уровень. Ну, слава яйцам.
Второй раз сюда спускаться нет желания, поэтому надо завершить все за один раз. Фу, блядя. Вот это, кстати, тема. Спасибо. С лучницей это, по-моему, полегче было. Но для прикола хочется походить с этим. Ему единственное кирасу бы какую-то дать, чтобы более стойкий был. Просто он пока подбегает, я уже разбираюсь с ними. Я понял. Ух ты. Тут никого нет, а тут прям какая-то дамочка. Так, ты что, не можешь тут один разобраться? Чё ты прячешься? Блять, но... Что я могу сказать? Этот чувак вместо того, чтобы танковать, за мной ходит. Жалко, нет возможности выбрать ему более агрессивный стиль игры, чтобы он прям лез куда-то сам.
Я прям почувствовал. Почему? Блин, он тупо за мной не поспевает. Давай не бубни только. Сейчас мы тебя быстренько тут опаскудим. О, книга умений. Обращение — классная тема. Так, что тут у нас? Так, все. Распродаться сначала. То поторгуем. Мне хочется поорудовать этим интересным мечом.
Восстановления пока у нас нет. Нужды прям. Но и анимация холода меня как-то задолбала. Хотел бы поджигать. Что он там продает? Ему можно что-то. А если он не сможет его носить, защита 101. Пиздец. Да нет, вот магический предмет найти это важнее. Не откидываясь. Вот цепь на 3. И 50 урона к нежити. Давай его просто возьму себе. В сундук, так сказать. А интересно, а что, он бы смог бы? Так вот, только кастрированы. Думаю, булаву можно это уже. Так, но мы хотели...
Давай, наверное, то, что не жалко, повставляю. И жаба душит. Все. Решил я губитель нежити сделать. Так, давайте так сделаем. Спустимся во дворец и чуть-чуть обкатаем нашу утреннюю звезду. Мне прям интересно. Так, нежить. Тут бы резист от холода бы не помешал бы. В принципе, не зря я холод под не потратил. Опять же, чел пока подойдет. Мне кажется, максимально задрот. Ну, не знаю даже как это выразить, но такая медлительность. Короче, буду думать, наверное, буду его сливать и ставить лучницу. А может, побегаю с ним. Все, всем спасибо, вдруг кто-то смотрел.
Всего доброго. Всем пока.